Знакомьтесь, молодая и счастливая семья Кучеренко. Ирина и Алексей учились в одной школе, но отношения завязались не сразу. Долго присматривались друг к другу и, наконец, поняли – вот то самое чувство. Когда на человека смотришь и когда безгранично ему доверяешь, просто, ну, оказалось, что это тот человек, который просто, ну, во всем не подходит. Ирина 2 года ждала любимого из армии, а после сыграли свадьбу. Сразу задумались о ребенке. К этому шагу отнеслись серьезно. Врачи, обследования. В мае 2006-го на свет появилась долгожданная Юлечка. Настоящее счастье. Я очень переживала, что она 8-месячная. Вот. Конечно, сразу это была врожденная спинномозговая грыжа. Вот. Это сразу с ногами проблемы и нарушена чувствительность ног. Вот. Сразу же и наша гидроцефалия, внутричерепное давление, все это сразу выплыло наружу. Диагноз не стал для этой семьи приговором. Как говорят супруги, они превратились в сплоченную команду. Каждый был занят делом. Бегали по врачам и ждали результатов. Вместе мама и папа боролись за любимую дочурку. На 1-1.5 года прожили в больнице я один был. Из одной в другую. А папа нам варил пельмени. Носил. Не только. У нас папа даже стирал пеленки нам бегал по больницам. Просто другого я не видел, я просто не вижу других отношений, как может быть по-другому. Ну, как бы и слезы были, и все было. Вот. Много и было. Много, да, я люблю поплакать. Вот. А, так, ну, на все смотришь с юмором. Как-то где-то ничего, как-то мы наоборот сплотились, нас ругаться некогда было. Ирина и Алексей смеются, и сейчас всякое бывает, ссоры, размолвки, но до сих пор именно Юля сближает и примиряет супругов. Это настоящий дар. А это мыши мы делали, вот. И мне больше всех мышек. Я хотела еще вот 2. Больше мышек, да Юля всегда делает все по максимуму, на полную катушку. А еще у нее только яркие краски и много солнца на всех картинах. На некоторых даже по 2. Я люблю рисовать там природу. Да, природу больше всех. Вот. Я там рисую маму, папу и себя. Для чего солнышко рисует? Ну, чтобы светло было. Да, чтобы светло было. Тепло, солнышко же греет. Ну да. Я нарисовала 2 солнышка, чтобы очень-очень было тепло. Она сама как солнышко. Рядом с этой крошкой грустить невозможно. Всегда улыбка, всегда позитив, которым она заражает родителей. Любящие мама и папа всегда поддержат. Любовь поставила девочку на ноги. Этот аппарат Юля должна носить как можно чаще. Он индивидуален, повторяет все изгибы тела. Чтобы организм привыкал к вертикальному положению, как они называются, вертикализация. Потому что ребенок постоянно, сидя, лежа, другого положения нет. Это как бы отражается и на внутренних органах, и везде. Ребенок никогда не ходил, мышцы этого не знают. Поэтому как можно больше надо. Сейчас Юле 7 лет, и пока ее сверстники вовсю гоняют по улицам, малышка делает свои робкие, но такие долгожданные шаги. Старается изо всех сил. Сначала было тяжело, но сейчас так, чуть-чуть. Я вообще не чувствую пока. Не тяжело. Ну, нравится ходить? Да. Я один раз, помню, по 3 часа, по-моему, или 2. 3 часа. Ну, очень долго. Я очень мечтаю ходить. А это тоже члены семьи – Богдан и Лизавета. У них свои апартаменты, но иногда черепах выпускают на волю. Я их различаю, потому что вот Богдана вы видите сами, потому что у него темный панцирь, а у Лизаветки светлый. А еще по ногтям можно. У мальчиков большие ногти, вот, а у девочек
знаете, какие маленькие. Если их на пол, это все будет кошмар. Уже поперло. Парадокс. Девочка, которая ограничена в движении, постоянно двигается. Она настоящая непоседа. Ирина и Алексей отдали дочку в театральный кружок. Вот они, необычные актеры. Говорушка, болтушка, любит общаться, любит общение. И чтобы вот она видела себе подобных, скажем так, чтобы общалась с детками, радовалась. Поэтому мы решили. Все ей нравится. Выйти на сцену на своих ногах юная артистка не может. Но это только пока. Юля уже выучила басню Крылова. Ей подчиняются все скороговорки. Девочка совершенно перестала стесняться. Мама говорит, Юля, давай мы что-нибудь играть? Я говорю, нет, мама, не хочу бросать. Просто я когда дома сижу, мне скучно становится. Я просто с детьми люблю общаться. Вот. И поэтому я ничто не бросаю. Она постоянно ходит на мастер-классы. Юля обожает общаться. И порой ей этого не хватает, признается малышка. Просто мне нравится, просто я-то могу общаться тогда. Вот. И вот поэтому мне нравится. Мне не нравится сидеть дома, я просто не общаюсь. И я только общаюсь могу только по телефону. Сейчас семья Кучеренко строит свой дом, в котором все будет рассчитано для Юли, чтобы девочка могла до всего дотянуться без труда. Чтобы было больше места для нее, размах и как бы все на ее... Никаких порогов, никаких ступеней, как бы все под нее, чтобы было удобно. Чтобы она сама могла выходить и гулять. Она боится остаться одна. А вдруг я там попить захочу, а вдруг я там захочу то взять, и все. И она панически все, как куда уйти, там поговорим с ней, уговорим воды поставить, там игрушки наложим, тогда отпустит. А еще Алексей и Ирина очень хотят сына. Желание родителей полностью поддерживает и Юленька. Мне кажется, мы самая настоящая счастливая семья, поэтому, ну, не знаю. Да, конечно, да. Уверена? Конечно, прекрасный ребенок. Он мне хороший, он же хороший, самая лучшая дочь на свете. Поэтому мы самая счастливая семья. Они привыкли мечтать вместе, ведь мечта у них одна на всех. Финансовое благополучие или успешная карьера – такая ерунда. Главное – крепкая семья. Ее сплотила не только любовь, но и серьезные испытания. Мне кажется, что у нас семья счастливая. А почему? Вот как считаешь? Ну, потому что все мы веселые, там на все кружки ходим, вот. Ну, может быть, еще потому что любите друг друга, да, и поддерживаете, может? Ну да, точно. Держаться вместе. Ведь Юле необходима поддержка. И в физическом, и в духовном смысле. Она идет вперед. Юля хочет стать массажистом, чтобы помогать всем, кому нужна помощь. Помощь, которую сама Юля получает в семье. Мы очень надеемся. Мы как бы и просим помощи у Бога, и у людей, и у докторов, у всех. И, конечно, у нас прогресс налицо. Вот. Юлечка как бы идет вперед, мы стараемся. Очень надеемся, что она будет ходить. Она мечтает, хочет очень каблучки, туфли на каблучках очень хочет. Поэтому все будет хорошо, будет ходить. Надеюсь. Конечно.